Медицинский центр «Биорос» работает с 2000 года. Работаем мы по одному и тому же адресу, располагаемся по адресу Гагарина 5Б. За это время достаточно много успешных проведено лечение не только алкогольной зависимости, но и других заболеваний, других зависимостей, я имею в виду наркотическую зависимость. Очень успешно в нашем медицинском центре работает Сергей Андреевич Гребнев, у которого есть патенты, авторская методика по лечению наркотической зависимости, и которые прошли достаточно много ребят, которые освободились от этой зависимости. Также проводится у нас лечение по табакокурению, которая проблема сейчас в плане современных условий подорожания сигарет имеет большое значение, и мы ее тоже проводим. Наш главный врач Виталий Евгеньевич Чукреев является постоянным участником противоантинаркотических программ, которые проводит правительство России, правительство Свердловской области. Действительно, мы за время нашего существования нашего медицинского центра сделали много шагов для оздоровления ситуации, и не только по борьбе с алкоголизмом, но и с таким общепризнанными моментами, как наркотики, табакокурение и так далее.